Большие доски, как правило, ассоциируются с учебными кайтбордами, и, как правило, на них с успехом можно начинать кататься. Достаточно большая площадь упрощает выход на глиссирование при старте, и при общей схожести размеров различия в большей мере определяются формой внешней линии и рокером. Axis Inferno при типичном учебном размере 146 на 44 см наряду с легким стартом и ранним глиссированием имеет выраженную внешнюю линию. Доска отзывчива на управление и может с успехом использоваться для фристайла в слабый ветер. Тем более, что переменный рокер эффективно справляется с мелкой волной. Axis хорошо держит направление, и, возможно, эта стабильность первое время будет провоцировать новичков разгоняться. Inferno дает почувствовать контроль при движении. Доска послушно ведет себя в разворотах, и в сравнении с дверьми катание в слабый ветер на ней куда интересней. Стандартные для Axis плавники 5 см, а бинарный конкейв успешно справляются не только с торможением, но и довольно резким отталкиванием. Прыгать с переводом кайта, несмотря на размер, получается вполне хорошо. Элементы One Hooked на большой доске потребуют хорошо подогнать петли. Большая доска, конечно, имеет ощутимый вес и довольно инертна, требует аккуратно отталкиваться. Платформы с регулируемыми петлями. Можно сделать большого размера и комфортно кататься в гидротапках. А вот для райдера с небольшим размером ноги надо будет постараться, утягивая петлю. Так что Axis Inferno 146 на 44 см имеет вполне спортивный характер и будет интересно тяжелым райдерам для прыжков в слабый ветер. А хорошее скольжение и послушность при управлении делает ее хорошим вариантом на роль первой доски.